Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Тикеев. И вот некоторые события. В 23 школах региона полным ходом идут ремонтные работы. Более 66 тысяч жителей Карачаево-Черкесии до 2025 года обеспечат качественным водоснабжением. В республике появится первый молодежный проектный офис. Экспорт молочной продукции из нашего региона вырос на 242%. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по готовности системы образования Карачаево-Черкесии к новому учебному году. Отмечено, что в текущем году начался капитальный ремонт 23 школ. 18 из них по плану будут сданы в текущем году. Закуплено оборудование для классов, актовых и спортзалов, а также пищеблоков. При приемке особое внимание нужно обратить на антитеррористическую защищенность объектов образования, оснащение учебниками, подчеркнул Тимрезов. В этом году для обновления фонда учебников мы направили почти 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. Кроме того, он обозначил важность организации школьного питания и постоянный родительский общественный контроль за организацией этого процесса в школах. В 23 школах Карачаево-Черкесии полным ходом идут ремонтные работы. В этот список попали те образовательные учреждения, которые капитально не ремонтировались со дня открытия и требовали для приведения в порядок существенных финансовых вложений. Они были получены по народной программе партии «Единая Россия». На днях мониторинговая группа ознакомилась с ходом ремонтных работ в школе номер 1 станицы Зеленчукской. Комментирует информацию член Совета Федерации России от Карачаево-Черкесии Крым Казаноков. Работы ведутся на высоком уровне. Высококлассные строители, подрядчик, заказчик каждый раз общаются, какие-то вопросы на месте решают, и строительный процесс идет по плану, хорошо по плану. Более 1400 социальных контрактов заключено в Карачаево-Черкесии органами власти с жителями региона в первом полугодии. Предварительный план на этот год предусматривал реализацию почти 2000 подобных соглашений. За 6 месяцев текущего года финансовую помощь на развитие личного подсобного хозяйства получили 417 человек, а на открытие собственного дела 449. 380 контрактов жители республики заключили с органами соцзащиты для преодоления трудной жизненной ситуации, для поиска работы 160. Более 66 тысяч жителей Карачаево-Черкесии обеспечат качественным водоснабжением до конца 2025 года. Активными темпами идет строительство Карачаевского группового водопровода, что позволит обеспечить чистой питьевой водой около 27 тысяч человек, жителей 11 населенных пунктов республики. Работы по строительству систем водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Кроме этого, в Карачаево-Черкесии строят еще два объекта водоснабжения, которые обеспечат чистой питьевой водой 15 населенных пунктов Хабецкого, Абазинского, Адыгехабльского и Ногайского районов. Вместе с тем ведутся работы по строительству объектов водоснабжения и очистных сооружений туристско-рекреационного комплекса «Тиберда-Дамбай». Проект по развитию туристско-рекреационного кластера «Дамбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развитие Дамбая предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг.
Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, общей протяженностью 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя. И вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Домбая. Поэтому Домбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В ближайшее время в республике начнет функционировать первый молодежный проектный офис. Сейчас организаторы готовятся к открытию, намеченному на август. Его задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений, сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшулов. Будучи председателем студенческого совета, в свое время видел то, что у нас есть очень много талантливых ребят, которые просто не знают, куда идти, как обратиться, как правильно развить свой проект и так далее. И со всем этим я тоже сталкивался. И набив определенное количество шишек, я понимаю, что если у нас будет в республике такая площадка, где ребята смогут спокойно приходить, работать и развивать свои проекты, это будет плюс не только им, то, что они получат грантовую поддержку, будут реализовывать свои проекты, это будет плюс республике, потому что все грантовые средства привлекаются в республику. Экспорт молочной продукции из Карачаево-Черкесии вырос на 242% по сравнению с прошлым годом. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. За 6 месяцев Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора на территории Карачаево-Черкесской республики проконтролировало около 800 тонн молочной продукции для экспорта в Абхазию, Казахстан и Азербайджан. Продукция имела необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, оформленные в системе электронной сертификации «Меркурий», и соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. Больше всего молочной продукции вывезено в Абхазию. Туда направлен широкий ассортимент продукции – масло, мацони, кефир, каймак, йогурт и молоко. В Казахстан отгружаются мацони и кефир, в Азербайджан – сметана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт продукции увеличился на 242%. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 КУАП РФ «Управление транспортным средством водителям, не имеющим права управления транспортным средством», дополнена частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации введена новая статья, статья 264 прим. 3, которой устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным право управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 прим. 7 КУАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. В
Карачаево-Черкесии растет число случаев телефонного и интернет-мошенничества. Аферисты постоянно изобретают новые схемы обмана доверчивых людей. Например, злоумышленники предлагают обменять кэшбэк на рубли или убеждают жертву оформить кредит, а деньги переводят на свой счет. Как противодействовать интернет-махинациям, рассказал управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков. Для этого они запрашивают у человека данные карты и смс-коды, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услуги. Однако, получив эти сведения, злоумышленники крадут деньги со счетов граждан. Если вам поступил такой телефонный звонок, прервите разговор, самостоятельно перезвоните в кредитную организацию и выясните всю информацию, которая вас интересует, в том числе и по вопросу кэшбэка. Не сообщайте незнакомым людям данные своей банковской карты, номер, срок действия, трехзначный код на оборотной стороне карты, пин-коды и смс-пароли. Не вводите данные банковской карты на непроверенном сайте. Не используйте одинаковые пароли для входа в свои аккаунты на различных сайтах. Не переходите по ссылкам в письмах от незнакомых пользователей. И установите на все свои устройства с выходом в интернет антивирус и регулярно поддерживать его в актуальном состоянии. Байкеры из мотоклуба Golden Eagle провели мотопробег по республиканской столице. В нем приняли участие и байкеры из Ставропольского края. Участие в мероприятии приняли представители рок-сообщества республики. Об этом рассказал веб-секретарь клуба Сергей Карданов. Собрали мотосообщество, мотобратство, провели мотопробег по городу, мото-джимхан на территории площадки Дирвейс. И мы хотим показать нашему местному населению, жителям Карачаево-Черкесии, что в городе есть неформальное движение, неформалы, любители рок-общества, рок-музыки. Тем самым мы объединились, рок-сообщество и мотоклуб Golden Eagle, и вообще все байкерское движение. С 26 по 28 августа в ауле Иконхалк пройдет праздник урожая Сабантуй. Он будет приурочен к столетию Карачаево-Черкесии и 15-летию образования Ногайского района. Гостей праздника ждут народные спортивные игры, перетягивание каната, метание камня и другие, концерт мастеров искусств, смотр ногайских дворов, чествование тружеников сельского хозяйства, представителей интеллигенции, спортсменов, а также различные конкурсы и розыгрыши, в том числе будут разыграны лотереи. Билеты. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25, плюс 30, в горах местами плюс 16, плюс 21, местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 29 градусов. Высокая пожароопасность 4 класса. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21 17 25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты.
Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!